И в третий раз дед закинул не, невод в море. И в третий раз дед закинул невод в море. Было у нас три дисконнекта. Сейчас мой друг подсоединяется опять к игре. Пока у него был дисконнект, я успел сбегать в магазин, купил капусту, нарезал ее, закинул в кастрюлю, налил в кастрюлю немножко воды, насыпал соли, включил газ, поставил таймер на 15 минут. О, тикает. Осталось 5 минут. Видно? Не видно. Тикает. Тикает. Оп! У него опять дисконнект. Что ты будешь делать? Ладно. Окей. Через час, короче. Я бы написал встретим через час, хорошо? Так, еще раз сохранюсь. Пом-пом. Вижу кнопки зеленые, вот он. Буду жрать свою капусту, которая приготовится через 3 минутки. Все, сохранился. Какая музыка? Можно двигать меню вот так в сторону, чтобы... Не понял, что он двигается. О, двигаю меню. Чтобы видеть картинку красивую. Останавливаю запись.